То, что сегодня происходит вообще вот в Николаевском районе, это вообще ни в какие рамки не лезет. Это вообще просто... Это я не могу слов подобрать, а назвав своими словами, мне скажут, что это поклёб на государственную власть. Хотя местное управление, в общем-то, не является, да, государственной властью, оно является властью на местах, то есть посредником вот этой самой власти государственной здесь. Между нами добра, да, невидящего, и там, которые на Плюке живут. Ну так вот, что хочется об этом сказать отдельно, что я не вижу никакого позитива, который делает наша администрация. Потому что все то светлое, что вроде как нам показывают, да, что и должно быть, в общем-то, благодаря их работе, за которое они получают средства, вознаграждение достаточно хорошее, которое намного часто больше вот этой средней заработной платы по 2024 году по Николаевскому району в 95 тысяч рублей. Намного больше. И происходит такой, прямо знаете, сказать бездарный, нет, талантливейший слив населения на кладбище. Вот что происходит сейчас в Николаевском районе под нормальные лозунги, под красивые такие залипательные заметки о развитии, мы просто сливаем наше местное население на кладбище. Просто вычеркиваем из жизни. Я думаю, что пора уже прекращать этот матричный балаган. А вы как думаете?